приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас опять солнечный, отличный денечек. И я решила поехать сегодня, думаете, куда? В зоопарк Бургас. Давно собиралась туда съездить. На автобусе номер 6 мы приехали. Это по направлению Сарафова, но немножко в сторону. Автобус номер 6. И вот здесь уже указатели. Дорога здесь такая. Смотрите, какая хорошая. Отличная. Ну, теперь надо немножко пройти с пешочком. Здесь вот остановка. И вот Зообургас парк. Зоопарк. Не знаю. Ну, это какие-то вот плоды. Мне интересно прям, что. Ой, шип с колючками. Дерево-то да, какое. Да. Ого. Ой, уже какие-то лошадки тут гуляют. Оказывается, не мы одни идем в зоопарк. Вон еще девочки впереди шагают. И тоже дорожка хорошая. Самое главное, еще и погода хорошая. А вон там вдалеке это Бургас виднеется. То есть совсем недалеко от города получается. Ну, лошадки пасутся. Красота. В общем, топаем. Камыши выше меня ростом в 2 раза. А вон лошадки бегают. Ой, смотрите, какой шиповник красивый. Ну вот, еще немножко пройти, и будет зоопарк. Вон сколько машин. Значит, точно не мы одни. Здесь будем. Касса. Билет стоит 8 лева, а для детей до 14 лет 4 лева. Это план зоопарка. Ну, в общем, пойдем. Вход-то здесь. Купить корм. 1 лева. Здесь вот схема, что где находится, кто где. Так, кто это? Это эти павлины, да? Вот они какие красавцы. Павлины, да. Люди их кормят, поэтому они уже ждут еды. А, вон у них какое плодовое дерево-то. Это апельсины, что ли, или это айва? А что это за плодовое дерево такое интересное? Хурма, это вообще хурма. А, хурма. Ого, какие красивые розы здесь. Птицы. Попугаи. Павлин. Какой, видите, какой красавчик. Вот они гуляют, красавцы. Ой, сколько здесь разные птицы. Индюки. Розы, конечно, тут классные, какие красивые. Попутно вам показываю. Ой, какие красавцы павлины. Ух ты, красотуля. А вот индюки в свободном доступе. Разгуливают. Белый павлин. Вот они, павлины разные. Оказывается, я раньше думала, все одинаковые. А вот еще какие павлины. Коричневые какие-то, бежевые, перламутровые. О, какой красавец, перламутровый с зеленым, да? Ну да. Разные. Так, ну что, пойдем дальше. А здесь вот попугаи летают. Вот еще павлины. Это уже павлины червен, красные. Но они такие перламутровые. Ой, а это кто такие? Зайцы. Зайцы? Это не зайцы. А, это написано, что это декоративен заяц. Нет, правда, похоже, наверное, зайцы. Они вон как зайцы. Нет, просто не ходят, как собачка. Прыгают. А, ходят, но они же прыгают и на лапках. Ой, а как вот их много здесь. Вот для деток качельки всякие, аттракционы.
Ой, даже кафе здесь есть. Так, идем. Куда глаза глядят? Какие заросли. Прудик, а в прудике рыбки. Угу. Вот они, рыбки. Ой, и стрекозы летают. Красивые рыбки такие. Угу. Рыбки прям декоративные. Какие беседки разные, красивые. Лемуры, ибисы. Так, ну куда идем? А это что такое? Яйца разных птиц. От самых маленьких до вот таких больших. Африканский страус, огромный яйцо. Тут косули? Да, похоже, да, косули какие-то. Угу. Так, что-то вон, они там далеко, вдалеке бегают. У них тут так много места есть, где разгуляться. О, а это кто? Разная птица. Куры, индюшки, цесарки. Ой, петушок. Кукареку. Петушок кукарекает. О, павлины какие красивые. А это что тут за красавцы? Ой, вообще, с хохолком-то с каким. Ибисы. О! Ой, какие красавцы, как на картинке. Прелесть-то какая. А розы у них какие тут. О, розы классные. Ну, где они там? А, вон там еще какие птицы. Вот ибисы-то полетели. А это, да, вот это ибисы с таким клювом. Клюв вниз, это у ибисов такой клюв. Вон они там сидят вдалеке. Вон вдалеке, черно-белый, видишь? Ой, раскукарекались. А здесь вот обычные голуби, куры. А, вот какой-то это... Сив коронован жираф. Интересно. Это вот мы видели красавца. Это сив какой-то. А это вот птица. Ой, птиц здесь полно разных. А что это за ягоды? Тут куст какой-то ягодный. Красавчики какие. В общем, тут в основном птички. Да, здесь в основном птицы. Детская площадка. Деткам поиграть. Ой, воробьи на шиповник насели. А можно вон туда пойти? Что там? Пойдем. Прямо. Угу. А потом уже выйдем. О, вон они сидят. Нанду или кто тут? Эти, нам, а, это, вон, да. Вот. Ну, страусы. Ну. А, ой, вот они. Красавцы. Ой, ой, какая прелесть. А он лежит, отдыхает. Ой, прелесть. А перышки-то какие. Ой, он прямо слышит нас и позирует, когда фоткаешь его. Ого. Смотрите, какой красавчик. Ох ты, хорошенький, какой красавчик. Глазками моргает, приветствует нас. Прям как будто разговаривает, как понимает все, да? Разговариваешь, а он так смотрит на тебя.
А тот лежит. Красавчик. А вон вдалеке вышагивает какой. Но это не безобидная птичка. Там сила удара какая-то невероятная, а скорость развивает больше 60 км в час. Обалдеть, вот да? Это да. А сила удара, в общем, человека зашибет. Ну, у него клюв-то вон какой. Не клювом, а лапой. А лапой? Да, у них очень сильные ноги, посмотри. Просто да, ноги мощные, вот он идет. Ноги какие. Да. Красивый. Короче, вот это страусы. Везде есть вот такие таблички, можно тоже вот навести камеру, все прочитать. Где, что, откуда, место обитания, саванна, полупустыни. Вот один идет, смотри какой, прямо к нам идет. Ух ты, какой красавец идет, вышагивает. Ого. Такая, это кто такие? Да, непонятно. А это кто? Что за красавцы? Птички, невелички. И среди них еще вон какая-то живность. Капибара, как, по-моему, да, называть так? Капибара. Не знаю, кабан. Как... Капибара, вот. Это же вот эта морская свинка, только большая размером. Ну да, 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 да. А это вот птицы. И как они с птицами, морские свинки... Смотрите-ка, вот птички прямо рядом с ними. Ой, ой, это вот так вот их кормят через забор. И вот они, видите, выпрашивают, ходят. И вот морские свинки большие, они прямо рядом с птицами. Первый раз такое вижу, чтобы вместе с птицами ходили еще и свинки. Здесь вот видите, какие маленькие заборчики, и как будто вот прям в свободном доступе эти все птицы и животные. Класс! О, какие классные! Вот они прямо перед камерой позируют. Красавцы, а крылья-то как распушают. О. Ну где там эти свинки? Как кабанчики какие, только маленькие. Правда, на этих похожи. На крысок, да? Больших. Да, да. Ну, гуляют спокойно вместе с птичками. Дружат. О, чистит крыло. Вот это крылья, вот это размах. Ого, огромное какое крыло-то. Чистит перышки, вот. Как распушает свои перышки. Так, а это кто вот там бегает? Белки, что ли, в клетках-то? Или... Да. Это вот белки, что ли, или кто там в клетках-то? Белка. Да? А что-то они белые какие. Ага, вон белки. Да, они очень, их тут видно. Вот они бегают. Пойду поймать их в кадр. Угу. Вон они. Прыг-скок, 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 прыг. Смотрите, один серый весь, да? Такой вот бежевый. А другой прям серая шея. Лапы серые, а сам такой вот темный окрас. Вот разный окрас. Посмотрите, как красиво. Вот они парочкой разгуливают, расхаживают. Шеи свои поднимают. Вы смотрите, какой интересный окрас у розы. Там такая желтая-желтая. Красивая, яркая такая. Как охра, цвет охры. А это вот смотрите, какая нежно-желтая. Красота. Такие розы здесь вдоль заборов растут. Ну, здесь не заборчики, здесь вот такие небольшие сеточки. И можно сказать, животные
как все на природе гуляют. О, щиплет. Смотрите. О, щиплет травку. Ну, что ты делаешь? Что ты делаешь? Щиплешь, да? Вот что он делает. Видите, стоит рядом со мной. Угу. Да? Хрюшки. Хрюшки пятачком землю роют. О, хрюндики. Хрю-хрю. 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 Ой, чушки-хрюшки. А чушки, кстати говоря, на болгарском это перец. Представляете? Вот так, веселенький болгарский. Да, хрю. Хрюндики веселые, хрюндики. Козы. Козы какие-то, да? А, здесь вот кто. Антилопы горные. Они вот козочки, а вон там вон антилопы бегают. О, вот она, козочка, к нам идет. Смотрите на нее. О, козочка. А вон там вдалеке, видите, антилопы. Вот они там. Далеко. О, а козочка к нам подошла. Да. Кланяется, здоровается. Ты кланяешься, здороваешься, да? Кто это? Что за зверь такой? Кто это? Антилопа. Вот это тоже антилопа? А там он маленький, да? Кто козы какие? Нет, а дальше-то вон да, вдалеке. Непонятно. Это антилопа гну. Вот это 100%, наверное. Да, антилопа. Ну, вот я по телевизору помню. Тут нигде не написано. О, большая такая. Красотка рядом с курами гуляет. О, какая красотка. А куры-то какие черные, необыкновенные. Я таких и ни разу не видела. Куры черные, представляете? Обычно они цветные, либо белые, либо бежевые какие-то. А здесь вон черные, да еще и какие-то перламутровые у них там. Крылышки, вон петушок. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Петушок. Петушок, золотой гребешок. Постояла, попозировала и кушать пошла. Да, вон, ага. Кенгуру, да. Кенгуру. Кенгуру Белла. Зовут Белла, Белла. Белла. Да, там не подойдешь. Она спит. Утки. Ути, 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 ути. Уточки. Смотрите, какие уточки разноцветные. Пятнистая. Хочет взлететь прям вот. Прям норовит взлететь. Да, уточка. Вон их сколько, этих уток здесь. Много. Вон там вдалеке сидят. Указатели. Верблюд где-то еще даже должен быть. А здесь кто? Пеликаны? Нет, это не пеликаны, а как их? Вот утки и цапли, да, утки и цапли. Смотрите, цапли там что-то ловят. Видите, как? Утки как плавают. Сколько уток-то? Вот они. Uh-huh.
Из птицы здесь вот черный лебедь, белая цапля. А это что за птица? Утка. Патится-то это утка. Вот еще гуси. О, пеликан тут есть даже. Пеликан. Гуси. Белые лебеди. Много разной птицы здесь. А вот нутрии. Какие. Прям готовы выпрыгнуть. Они кушать просят. Вот вон они в этой воде плещутся. Ух, а хвосты у них такие. Ух, длинные. Вывозились все в грязи. Ой, какие у них норы-то. Вот нор-то нарыли. Ну, в норке. Раз. Раз в норку. Прячутся. Вон купаются, спят прям в воде. Смешные. Дремлют в воде, да? Не купаются, а вон залазят. Поплавают. И вылезают греться. Ой, смешные. О, смотрите, зубы-то какие. Да, какие зубки у тебя. Ох, какие зубки большие. Нутрия. Место обитания – реки и озера с богатой водной растительностью. Так, а это у нас козы, козочки. Ну, какие козочки. Козочки. Какие козочки. Да, какие козочки. Заборы прям специально сделаны, чтобы можно было с руки покормить, да? Угу. Видишь, такие маленькие. Не, ну там же для них только, ну, кукуруза разве что. Да, а корм только тем можно кормить, ну, а да. Другим нельзя. Да никакие козочки. Какие козочки. Да, какие хорошенькие козочки. Вот они бегут. Прямо подбегают. Все сбежались. Да, да. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Поругались. Поругались. Меня даже напугали. Ой. Отгоняют своими рожками. Ух. И малышей подняли. Да, какие. Ну что? Что? Что ты просишь? Что ты вопрошаешь? Вопрошайка. Попрошайка. Меньше, чем на. А, да, Эму, да. А он лама, видишь, одна. Эму. Ага. А лама, она вон там далеко. Вот, сейчас приближу. Вот она, лама. А большая здесь территория зоопарка. Не маленькая. Пума лежит. Ага. Сервал. А не видно где. Он в дом забежал. А. Он боится, наверное. Ну, не нравится. Не боится, не нравится. Вот вышла. Вышла. Ага. Вот она, как кошечка. Такая. А мужская черная пантера находится. Вот там черная пантера. Там маленькая, большая. Их вот две здесь. Мальчик и девочка. Ух ты. Прямо кошечки такие. А здесь вот такое сокровище. Каракал. Ух ты, грозный. Он где-то тоже спрятался. В каморке. В каморке спрятался, не видно. Вот они, черепахи. Гигантские, огромные. Какие большие-то. Вот это да. Вот, полюбуйтесь. Правда, они с опилками вместе сливаются по цвету. А панцирь-то какой. А лапы-то лапы. Ого. А вон там еще одна.
большая, прибольшая. Притаилась. Вот смотрите, какая большая черепаха. Ух ты! Черепашка! О, черепашка! Какая черепашка! Ползет, жует. Африканская черепаха. Огромнейшая, прям песочного цвета. Черепаха костынурка. Вот видишь, африканская, да. Костынурка. Черепаха. Черепаха, да-да-да. Ага. Вон она. Какая огромная. Угу. Да, вот она, черепаха, черепаха. Огромнейшая. Ползет, ползет, ползет. Так, вот здесь камушки под ногами. Поэтому постоянно хруст такой из камушков. Вот она, красотка. Черепаха тортила. Угу. Тут вот опять козочки. Вон у них даже скамеечки. Телега. Деревенский пейзаж прям. Это вот не простые козочки, а вот такие, видите, какие. Особенные. Ема-иния. Ема-иния вон. Запрыгивают как. Развлекаются. Здесь есть даже зона контактная. Можно сфоткаться с животными. Вот сейчас пошли как раз девочка фоткаться с ребенком. Так что вот, если желание есть, можно прям с животными здесь фотосессию устроить. Да, здесь хорошо погулять. И много места. Ой, а это кто, лемуры? Это прям похоже на лемуров, да? Да, это лемуры. А, лемуры, ага. Лемур-зеленый. Вон, с хвостами. О, прыгает, вот, видали их? Видали, играет. Ой, какие симпатяшки, да? Вот они. Прыг-скок. Так. Пошел. Пошел. По веревкам. Как по деревьям лазят, по веревкам ходят. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, вот это да. А хвосты-то какие пушистые. Котешки, лемур. Забавные. Вон два играют. Вот, вот, вот. Оп. Ох, шустрые. А, да. Нельзя не кормить. Нельзя, да, 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 кормить животных. Вон тут, видишь, провод пропущен. А вон они. Это что за животные такие? Что за зверь такой? Надо прочитать. Вот они, вот они. Ох. Ох, побежал. Вон. Еще один сидит. Вон у них там домик, а я хочу прочитать, кто это такие. Что за животные? Что это? А, вот нельзя, здесь ток, электро. А, носатые мечи, мечи. Надо переводчик. Носата мечи. Ну, вот это носатый медведь. Перевели разновидность медведя. А здесь вот даже под током нельзя не кормить, ничего. Ну, в общем, опасно. Так, где они, эти медведи-то? Ну, они вот бегают. Вон они в том домике. И куда они убежали? Все. Носухи эти. Носатые, полосатые. Вон, вон, вон. Роется вот. А у них тут много домиков. Вон они норы какие-то роют своими носами.
Вот он, вот он. О, красавец. Побежал. Что-то там роет, нашел. Ох. Как лисеныш. А мордочка правда на медведя похожа. В соседях обезьяна. Пугает всех. Ага. Здесь вот потешки лемуры, а вот обезьяна, вон она. Эх, она за ними охотится. Спугивает их. Видишь? Лапка такая. Угу. Оп-оп-оп. Пошла пугать. Вот, а вот. Притаилась, притаилась. Ой. Обезьяна на лемуров нарывается. Угу. Смешно так. Я думаю, лемур слабее, он будет драться. Слабее, да-да-да. Да. Ага. Он такой нежный, обезьяна сильная. Ну да, как, видно сразу. Как человек, видно. Ух, лапки да. Цепкие. Она там не одна, вон их две. Вторая обезьяна, ну там с той стороны. Так, волк белый. А ты говоришь, и вон он лежит. Я думала, это да. Собака. Это белый волк. Ого, это белый волк, оказывается. Я даже не знала. А я думала, это белая собака лежит огромная. Угу. Оказывается, это волк. Угу. Ну да, здесь вот сетка, видите, уже высокая. И под напряжением. Вот он, белый волк. Ой, утомился, притомился, бедолага. Лежит, отдыхает. Да, вон ту я видела, и я подумала, что это собака, вон у забора. А их тут много, несколько. И он видишь, логово у них. Да. Конура, логово. Ну, конура, а вот. Да, что да, да, да. Прям так, что ага. Как в природе. Он притаился, спит, все спят. Даже шалаш у них тут. И вон еще, их тут три, вот я увидела. Несколько. Здесь такие полянки приятные, травяные. Так, а тут вот кто? А тут вот эти обезьяны, угу. До которых мы не дошли. Вот они. Вон она сидит. Красотка. Красотка пошла нас приветствовать. Ага. Так, куда ты? Вниз и вверх гуляешь. Оп. И вниз. Большая и маленькая. А там он кенгуру, наверное, потому что он, видишь, кенгуру это. А, вот обезьянки. Ух ты, еще какие малявки. И она на мамаше сидела на спине. Ой, какие, что-то там они роют, роют. А, там маленький. Ой, ой. Ой. Папа, мама и детеныш. Да? Смотри-ка. Похоже, да. Ого. Играет. Ой, ой. Ухаживают друг за другом. Да. А вон там еще есть обезьяна. Вон вдалеке это еще одна. У них тут разные развлечения, вон канатики. А нет, наверное, это два детеныша, они уж больно молодые. А может, семья? Он еще большой прибежал. Смотри-ка. А нет, это тоже малыш. Смешные, да? А вот пума черная, такая красивая, с пятнышками. Ой, лежит, отдыхает. Вот она.
куры, а вот да. Там вдалеке кто козерог, это? Козерог написано. Козерог? Да, гривест козерог. О, как вот они вместе с курами, да? А, ну, да, да, вот он, козерог. Они же друг друга не чувствуют. Да, козерог, место обитания, сухие скалистые местности. Вот он вдалеке, и вон их там несколько, он еще молодой, вот-вот-вот. Енот. А, он, видишь, лежит вот. Где там он? На вот той, сейчас. На самой верху. Верхней. А, да, его не видно, прям он слился с полками. И солнце отсвечивает, его даже не увидишь, вот лежит. Лежит, отдыхает, наверное, у них тихий час, мы в обед пришли. Попугаи. Так, сейчас посмотрим, где они тут. Вон они, красный и зеленый. Ого, два красавца, как на картинке, да? Эй! Крота! Эй, идите сюда. Вот они, как с картинки. За сеткой не очень видно. Думали, что они даже не живые, а они звуки издают, да? Ну что? Не хотят больше разговаривать. Кафе небольшое. Вот такой здесь домик административный. Понедельник, 28-е. Здесь часы еще не перевели. Показывают время. Температура 21 градус. Тепло сегодня. Администрация. Вот в таком теремочке. Дворец. Попкорн, мороженое. Перекус. Так, вот разные магнитики здесь можно купить. Же покушать. Вот шопский салат 10 лева, греческий 20, пырженый картофель. В общем, можно перекусить, кто хочет. Покушать, выпить чай, кофе. Мы хотим выпить чай. Нагулявшись по зоопарку, решили передохнуть. Выпить чайку с шиповником и медом. И поесть картошки. Как же без нее? В таком прекрасном месте сидим. Кругом птички крякают. Киски бегают. Да, правда, как в джунглях сидим. И народу немного, точно джунгли. Свободно разгуливают. Солнышко садится, а мы решили возвращаться домой. В общем, мне зоопарк понравился. Так что буду внучку свою тоже сюда привозить. Друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. А новички, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь также на мои Инстаграм, Дзен, Телеграм-каналы. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Увидимся скоро.